На метр они ушли туда, чтобы расширить дорогу сюда. Тротуар сузили на целый метр, возмущаются люди. Двор дома по улице Восточная, 131, в этом году преображают по программе комфортной городской среды. План благоустройства оформили в проект, который предполагал создание комфортного тротуара. Но от плана отступили, негодуют жильцы. Дорогу расширили в настоящий момент 4,5 метра. Дети будут выбегать на эту дорогу. У нас была дорога 3 метра. Категорически против всего такого расширения. А почему они так сделали? Они как-то аргументировали? Аргументируют тем, что возвысив тротуар вот здесь над дорогой, вода не будет бежать. Но вопреки ихним утверждениям, вода стоит у нас возле подъезда, затекает в подвал. Мало того, что пешеходы теперь перемещаются по козьей тропке, так еще и новенький тротуар не справляется со стихией. По словам жителей, он слишком высокий. Теперь, значит, у нас получилась здесь гора, здесь вот такая выемка, прошел небольшой дождь, и у нас вся вода встала возле подъезда. Вот отсюда она как потекла, ну, вот, вот по сих да, пор, вот сюда. Так все стояло. Здесь холм был вообще высокий, выше даже этого, вот. А его когда смыло водой, все потекло. А чтобы дождевая вода не затекала в подъезд, жителям возвысили порог. Они выехали, когда нас нет дома, никого нет. Они нам отрезали дверь, наварили порог, который вместо 4 сантиметров сейчас у нас 7 или 8 составляет. Люди идут и спотыкаются. Все жалуются. Коммунальные эксперты советуют жильцам обратиться в администрацию района и указать на все недочеты. Может быть, на уровне претензий подрядчик учтет пожелания жителей, обратит внимание на те отклонения, которые от проекта случились, если такие имели место быть, ну, либо разъяснит, почему он так или иначе поступил, может быть, там технически было и невозможно сделать иначе, и вот, ну, может быть, этому есть какое-то логическое объяснение. По словам представителей городской администрации, сместить тротуары, проезжую часть в глубину двора невозможно. Там находится опора сети газопровода. Комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула совместно с администрацией железнодорожного района проведена выездная встреча с жителями дома номер 131 по улице Восточная, в ходе которой принято решение о внесении изменений в проект благоустройства дворовой территории в части переноса тротуара с проезжей части на газон. Поэтому двор остался без клумб, цветов и просторного тротуара, чем недовольны некоторые жильцы. Они обратились в СМИ и надзорные органы. Мы продолжим следить за этой историей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.